Вызов принят. Нет, правда. Или действие. Привет. Привет. Я Сандра, моя подружка Соня. И сейчас мы хотим записать видео, которое будет называться «Правда или действие». Итак, в чем же заключается суть этого челленджа? Например, Саша мне заказывает... Нет, Саша мне заказывает... Заказывает пиццу. Если хотите, можете заказать. И суть этого челленджа, я у Сони спрашиваю, правда или действие. Если Соня отвечает действие, то я ей загадываю какое-то действие, что ей надо сделать. А если правда, то я задаю вопрос, и она честно должна... Должна ответить. И давай на Юзефа решим, давай. Кто будет первым. Юзефа. Мое задание было позвонить Данилу и сказать, что это пиццерия. Алло? Здравствуйте, это пиццерия. Вы заказывали пиццу? На ваш адрес заказана посольская пицца. Итак, теперь я задаю Софии челлендж. Ты мне еще одной брови двигать? Да, смотри. Видишь, ты что такая дерзкая? Так. Итак, теперь я задаю Софии челлендж. Да. Так, что тебе сделать? Так. Давай правду. Правду хорошо. Вот точно, правду есть, правда. Хорошо, давай. Тебе нравится какой-то мальчик из нашей школы? Нет. Нет, все. Хорошо. Да. Саша, вот эту подушку, она должна ее вот так надеть на голову и сказать: я пунктик Луны, я лунтик, и я прилетел с Луны. Слюны. Она прилетела с Луны. С Луны. Выйти на балкон и закричать: Сандра Виталини, все подписываемся на канал Сандра Виталини. Все подписывайтесь на канал Сандра Виталини. Сочини стихотворение на три минуты. Нет, строчки. Да. Всем привет! Как дела? С вами Сандра. Итак, ребята, это было все видео на сегодня. Надеюсь, что вам оно понравилось. Да. Ставьте пальцы вверх, а лучше два. И подписывайтесь на мой канал. С вами была я. И я. Пока!